Ось сьогодні ми поговоримо про комплексний підхід до здоров'я. Тож, Влад, вам слово. Дякую. А ще хочу сказати, що всі учасники мають змогу задавати питання нам в чаті. Я обов'язково їх озвучу. Так само у нас є Viber спільнота. Ви теж там можете питати, і в ході вебінару ми відповімо на всі ваші питання. А також ще хочу нагадати, що Влад буде представляти свою лекцію заняття на марафоні у Львові 7 грудня. Тому чекаємо вас ще там. Влад, будь ласка. Друзья, всем добрый вечер. Мой украинский не самый лучший, и так, чтобы его не кривлять, я буду говорить на русском. Всем привет из Харькова. У нас тоже уже вечер. Не знаю, как у вас. Ну да, у вас тоже уже там темно, скорее всего. Вот. И я надеюсь, вы еще не совсем там сильно зеваете, не совсем сильно хотите спать. Мы с вами продуктивно поработаем, ну, примерно минут 40, скажем так. Меня немножко представили еще вкратце. Что такое школа здоровья? Школа здоровья – это открытая система, методика различных оздоровительных направлений, которые как бы в школе здоровья объединяются в один целостный подход. Мы еще об этом потом поговорим. И сегодня, собственно говоря, мы будем говорить об этом, что очень важно целостно подходить к оздоровлению, целостно подходить к практике. Если будет хрипеть звук, если будет, я, допустим, громко говорю, вы мне там напишите, чтобы я как-то тише там сделал звук. Если все хорошо, окей. Ребята, если все хорошо, поставьте там плюсики в чате. Если меня видно или в Вайбере, или в чате нашего вебинарной комнаты, поставьте, пожалуйста, плюсы. Ага, все хорошо, отлично. Ну, поехали. Значит, меня уже, в принципе, представили. Да, зовут меня Влад Зюбан. Я занимаюсь с 91 года оздоровительными практиками, не только йогой, я занимаюсь боевыми искусствами, направлениями цигун. И с какого-то времени, где-то с 2012 года, еще такие направления, как биодинамическая остеопатия, соматика и, скажем так, система целостного оздоровления человека. Вследствие чего я очень много обучался, и в итоге выстроилась цельная комплексная система оздоровления человека, методика, очень рабочая, очень экологичная, для современного человека очень хорошо подходящая, опирающаяся на научный подход, то есть наш основной посыл как можно меньше эзотерики, потому что, ну, как показывает опыт, большинство людей, которые сильно зациклены на эзотерике, ну, не всегда совсем психически, духовно и физически здоровые люди. Вот, слишком уж зациклены на какой-то там энергетической практике или на чем-то еще, или на психопрактиках. Не все. Есть достаточно здоровые, нормальные эзотерики, и это хорошо. Вот. Но у нас более научный подход, скажем так. Тем более такие дисциплины, как кинезиология, остеопатия, они уже, знаете, околонаучные, где-то на грани между эзотерикой и наукой. И уже непонятно, где наука, а где эзотерика. Но мы все-таки опираемся больше на научный подход. Речь будет идти, собственно говоря, об этой системе. И я буду немножечко как бы затрагивать некоторые аспекты, которые вам помогут понять, ну, как вы можете выстроить свою личную систему целостного оздоровления, да, то есть методику, скажем так, стратегию, личную стратегию целостного оздоровления. Почему это важно? Почему важен целостный подход к здоровью? Сейчас вам покажу одну картинку. Вот такая картиночка, смотрите. Значит, у нас есть, ну, некая такой образ шара, образ круга, да? Вот, допустим, на Востоке под этим образом понимают некую целостность, некую завершенность. Мы можем обозначать себя как некий шар. Допустим, целостно развитая личность, или там целостно раскрепощенное, раскрытое тело, или там эмоции наши, скажем так, прокачаны во всех направлениях, и мы достаточно здоровый эмоциональный человек, да, а не какой-то там, ну, извините меня за грубое слово, кастрированный. То есть бывает так, что вот люди, ну, как бы как эмоционально кастрированы. То есть кто-то стесняется радоваться, кто-то стесняется там печалиться, кто-то стесняется еще какие-то эмоции проявлять. На самом деле, когда мы целостно развитая личность, целостно развитый человек, то мы начинаем быть, ну, как бы жить на полную катушку. И при этом, если мы это
делаем гармонично, то есть мы не выходим за некие пределы, то никаких проблем не возникает, наоборот, появляется действительно вот это дыхание жизни, активность, спокойствие, спокойствие, активность, инь-янь, раджас, тамас, который в итоге гармонизируется сатвическим началом, да, или качеством тайцзы, то есть баланса определенного, вот, и формируется гармоничная жизнь, некое такое вот сбалансированное состояние. Смотрите, вот если мы посмотрим на простую картинку, вот у нас есть сознание. Если человек целостно развитый, психически личность, он целостно, ну, психически развитый, здоровый человек, то, скорее всего, у него будет, сознание будет многогранным, скажем так, мышление будет многогранным, он не будет зациклен на каких-то отдельных психических установках, ментальных установках, а будет всегда открыт чему-то новому. То есть и будет все время, как, ну, вот этот наш лозунг, хорошо известный старый, учиться, учиться и еще раз учиться. Да, то есть как бы он достаточно мудрый, вот, и психически человек будет открыт ко всему новому. У него сознание тогда очень центрированное. Посмотрите, вот в центре есть точечка такая. И это будет говорить о том, что человек всегда готов пойти в любом направлении. Он как бы не зациклен на какой-то конкретной идее. Если, допустим, он зациклен на какой-то конкретной идее, ну, к примеру, там, не знаю, там, человеку решил поэкспериментировать с сыроедением, к примеру, да, и он начинает сыроедить, и вдруг его начинает штырить и колбасить, ну, в хорошем смысле слова, то есть пошла энергия, он начал как бы так вот становиться легче, начал очищаться, у него сознание стало работать лучше, но в то же время, да, когда человек переходит на сырые овощи и фрукты, у меня были даже сыроеды, которые мясо кушали сырое. Даже такие были сыроеды. Вот. Ну, в общем, неважно, то есть на сырые продукты переходят, да, то есть как бы у человека больше начинает возбуждаться так называемая стихия ветра, если вы знаете, да, ветер в голове, если разбирать аюрведу, к примеру. И этот ветер усиливается в человеке, и его начинают, ну, как бы вроде как штырить и колбасить, он начинает себя чувствовать лучше в какой-то момент, а потом, если долго на этом сидеть, зависать, то человек становится перевозбужденный, гипервозбужденный, он слишком ветреный становится. Очень часто встречали, наверное, таких сыроедов. Ничего против сыроедов не имею, особенно если они это гармонично, сбалансированно и без фанатизма, скажем так, применяют, а не сидят на одной капусте. То если человек долго на этом может сидеть, то могут возникнуть дисбаланс стихии ветра. Расстройство ветра, так называемое, да, души ветра. И тогда у человека сознание становится слишком возбужденное, он становится такой вспыльчивый, эмоциональный, ну, в своих проявлениях на уровне энергетическом. На уровне физики могут в итоге какие-то проблемы с суставами начинаться или еще какие-то проблемы физические могут в какой-то момент начаться. Но даже если взять чисто психику, обычно эти люди становятся очень возбужденные. Они, во-первых, там с флагом впереди планеты всей идут и всем доказывают, что сыроедение – это круто. И тогда что возникает в сознании этого человека? У него возникает некие напряжения. То есть где-то идет гипертонус, а где-то гипотонус. Знаете такое понятие, да? Гипертонус, гипотонус. Вот посмотрите на соседнюю картинку. Вот кривой искривленный круг. У нас, видите, центр сместился, то есть потянулся центр сознания к какой-то конкретной идее. То есть он зафиксировался уже не в центре, не сбалансированно. Знаете, что мы вот можем любыми идеями оперировать и все допускаем. А мы зависли на одной идее. Все, вот только сыроедение, все остальное, как бы это все ерунда. Вот сыроедение – это классно. И тогда у нас возникает некое напряжение. Мы держимся за эту идею очень сильно. Возникает некий гипертонус в мозге. Ну, то есть гипертонус в мышцах, да, когда там какая-то травма или психотравма или что-то еще. А есть гипертонус в мозге. Ну, психическая травма, скажем так. Психическое напряжение. Оно все время живет там, как бы укрепляется, усиливается. Мы его подпитываем. В каком-то месте, вот гипертонус, видите, напряжение, в каком-то месте, наоборот, гипотонус, видите, перетянутое, сознание вялое, там такое апатичное, мы там чего-то не видим, и какие-то качества у нас не развиваются. Ну, такие как эмпатия, смирение, сочувствие могут не развиваться. Не у всех, я же говорю, что есть люди очень сбалансированные, правильно подходящие к этому, это нормально. Но в большинстве случаев обычно возникает асимметрия мысли, если мы зациклены на каком-то конкретном, ну, скажем так, какой-то конкретной идеи.
И возникает асимметрия и кривизна. Что возникает тогда с остальными шарами? У нас три шара, смотрите, это тело. Ну, у всех же есть тело, согласитесь, у всех. То есть мы его тоже можем обозначить как некий шар. Даже если мы разберем его с точки зрения кинезиологических и остеопатических законов, да, правильного фасциального натяжения, чтобы оно было вот по всем линиям натянуто легко, все мышцы сбалансированы, осанка сустава ровненький. То есть фактически это как бы некая такая круг сверху, если на голову смотреть, и внутри него макушечка – это ось. То есть вот как бы тело центрированное, да, там как бы плечики центрированы, бедра центрированы, стопы центрированы. Все тело центрировано, осанка легкая, и человек себя чувствует хорошо. Но когда осанка, допустим, перетянутая, зажатый человек слишком, чего-то боится, да, то есть психики напряжение определенные, какой-то гипотонус, связанный с эмоцией страха, неуверенности, скажем так, заниженной самооценки, то и тело становится каким? Тоже искривленным, тоже зажатым. То есть получается как бы асимметрия тела возникает. Если мы долго будем какими-то скрюченными на работе, сидим там все время за компьютером, и потом мы попробуем о чем-то великом подумать и таком свободном, у нас ничего не получится. Почему? Потому что тело забитое и мозги забитые, то есть сознание тоже искривлено. Но как только мы расправили свое тело, позанимались, пошли йогой, и вдруг какие-то светлые мысли в голову приходят, чистое сознание и так далее. То есть сознание расправляется опять вот в это состояние шарика. Кому это понятно, кому это отзывается, поставьте, пожалуйста, два плюса. И, кстати, вот в Вайбере я тоже вам один плюсик поставлю, если хотите, подключайтесь и в Вайбере. А вы два плюсика в ответ. Так, хорошо. Теперь смотрите, ребята, отзывается. Третий шар – это наша, ну, условно говоря, энергия, то, что соединяет тело и сознание. Да? То есть сознание – информационный уровень, тело – телесный уровень физический, и энергия, то, что вот как бы их связывает, скажем так. Или эмоции, можно их еще назвать, или жизнь как таковая. То есть в жизни есть энергия, энергия есть жизнь, да, ее перетекание. Назовем это энергией. Это тоже определенная как бы целостность энергетической нашей выстройки, нашего самочувствия, энергетического баланса, энергетических каналов, меридианов. Ну, кто знаком с китайской медициной, там есть 12 парных, 6 полых органов, 6 полных органов, соответственно, 12 каналов, которые уходят в руки, в ноги, заполняют туловище, внутренние органы пронизывают. И если где-то мы зажаты в теле, что будет с этими энергетическими канальчиками, тоже вот примерно вот такая вот конструкция. Да? То есть где-то или слишком самоуверенный человек, все время с выпеченной грудью, пытающийся кому-то что-то доказывать, там, пробивающий себе дорогу и так далее, да? Слишком самоуверенный, все время с напряженной спиной. И потом у него все время болит спина, и он думает, почему же у меня, собственно говоря, все время болит спина. Или наоборот, слишком неуверенный в себе человек, у него зажата грудь и перетянутая спина. Соответственно, будут все время проблемки и накапливаться напряжение. Во-первых, физические напряжения, во-вторых, энергетические напряжения, в-третьих, психические напряжения. Соответственно, мы не будем цельными, не будем здоровыми, не будем счастливыми, мы будем терять ресурс, это точно, будем терять здоровье. Теперь, если мы разбираем, допустим, какие-то системы оздоровления. Кто-то обычно, ну, кому-то что-то нравится, знаете, он на этом зависает, а дальше как-то вот редко кто смотрит. Очень редко кому, ну, даже если и отзывается целостный подход к оздоровлению, то очень редко кто его применяет. Чаще всего люди вырастают к целостному подходу к здоровью где-то лет, годам к 35-40. Потому что в 25, там в 20 еще хороший запас иммунитета. Даже если мы там убиваем свою жизнь и ведем беспорядочный образ жизни, поздно ложимся спать, кушаем как попало, там, не знаю, ухандокиваемся физически там чрезмерными тренировками или чем-нибудь еще, да? То есть, ну, пока мы молодые, мы этого не замечаем, нам даже, может быть, это как-то и в радость. А потом, когда это все накопилось, и система уже не может этот дисбаланс, ну, компенсировать, 35-40 вылазят всякие болячки, вылазит такая хроническая асимметрия, и мы начинаем задумываться, ага, а что ж такое, что я делаю не так, и как себя, собственно говоря, привести в порядок. Кто-то идет в йогу, кто-то идет в пранаяму, кто-то идет в цигун, кто-то идет просто в ОФП, ну, оздоровительную гимнастику, кто-то идет в медитацию,
кто-то идет в психопрактике, да, то есть или просто к психологу ходит на психотерапию, кто-то занимается там перестановками, кто-то еще, ну, то есть неважно. То есть у каждого есть любимые, излюбленные какие-то практики и направления. Если мы зависаем на чем-то одном, как показывает опыт, здоровье это не дает. Ну, то есть как бы это очень просто. Давайте вот разберем. Если даже разобрать простое понятие круг жизни, да, вы, наверное, видели там вот в интернете часто публикуют круг жизненного баланса. И там есть секторы жизни, которые влияют на наше здоровье. Давайте вот спросим себя. Качество наших отношений с людьми влияет на наше здоровье? Вот, скажем так, моя эмоциональная культура влияет на мое самочувствие, не только на самочувствие других людей, которые со мной общаются, но и на мое, собственно говоря, самочувствие. Влияет ли культура общения? Если влияет, поставьте восклицательный знак. Жду от вас обратной связи. Да, влияет, отлично, молодцы. И я согласен с этим абсолютно. То есть, как бы, соответственно, не обладая этой культурой, если, допустим, мы не формируем в себе культуру общения, определенную культуру общения, мужчин с женщинами, женщин с мужчинами, детей с родителями, родителей с детьми, между друзьями и просто между незнакомыми людьми, скажем так, если мы не формируем эту культуру общения, мы не знаем законов психологических, по которым она выстраивается, и эмоциональных законов, то будем ли мы реально здоровыми? Мы все равно все время наступаем на какие-то грабли, все время где-то какие-то вылазят ситуации, когда мы уходим в стресс, согласитесь. И, соответственно, мы теряем здоровье, теряем там ресурс. Да, мы пошли там на йогу, допустим, позанимались немножко, привели себя в порядок, а потом мы приходим домой, там с кем-то поэмоционировали, раз поэмоционировали, два поэмоционировали, три там на работе с кем-то там еще там завязались или... И, соответственно, все, мы сдули все, что наработали на йоге, как бы спустили, и уже чувствуем себя не так хорошо. То есть здоровье уходит как в песок. Скажем так, берем следующий сектор, допустим, люди, которые нас окружают, окружение, наше окружение. Ну, скажем так, люди, которые тянут нас вверх, или люди, которые, наоборот, нас пытаются задавить вниз. Влияет же на наше здоровье и самочувствие, согласитесь. Если нас больше окружают позитивные люди, которые нам помогают, там, которые нас вдохновляют, у нас больше ресурса, больше вдохновения, больше позитива. Если все время в какой-то тяжелой ситуации мы находимся, согласитесь, ну, в какой-то момент это уже становится гиперстрессом, таким дистрессом, который накапливается, и потом уже с этим сложно справляться. И опять же, энергия, ресурсы, здоровье уходят как в песок. Следующее, допустим, если люди... занимается нелюбимым делом. Возьмем сектор жизни, такое как призвание. Да? Моя работа, мое любимое дело, допустим. Или наоборот, занимается нелюбимой работой. Будет ли человек здоровый? Поставьте плюс, если будет. Поставьте минус, если вы считаете, что вряд ли он будет, если он занимается все время, ну, скажем так, не любит свое дело. Ну, то есть это и ежу, понятно? Я вас довожу до этой мысли, чтобы... сами с собой тоже это проговаривали сами себе. Почему? Потому что вы как бы общаетесь со своим подсознанием сейчас тоже. Конечно же, мы не будем. Очень много будет стресса, очень много, скажем так, дискомфорта того, что мы не можем самореализоваться в жизни, самоактуализироваться, да, то есть как бы творчески, вдохновенно подходить к делу, которым мы занимаемся. А занимаемся какой-то ерундой, а может даже мы и... правильным делом и важным занимаемся, но не умеем его любить, к примеру, да, то есть как бы неважно. То есть как бы, соответственно, мы будем здоровье терять. И так дальше в любых, во всех секторах жизни, вот возьмите обеспеченность. Если человек мало обеспеченный, ему не хватает там на обучение, на здоровье, на еду, да даже чтобы обеспечить своих там детей, родителей и так далее, мы будем в стрессе, мы будем терять здоровье, это точно. Где достать денег, где заработать? То есть очень важно учиться как бы подтягивать разные сферы жизни, важные разные секторы, чтобы быть действительно здоровым человеком. Самореализация, да, если у нас самореализация страдает, скажем так, что имеется в виду под само,
не самореализация, а самосовершенствование. Самосовершенствование, да, то есть как бы, когда мы профессионально не растем, когда мы творчески не растем в том, что, ну, в разных сферах жизни, неважно, культура общения, там, моя работа, или там, допустим, культура отдыха, как правильно и ярко отдыхать, да, чтобы наполняться энергией. Мы, если в этом не развиваемся, то в какой-то момент тоже нам становится скучно, неинтересно. То есть мы должны все время самосовершенствоваться. Если этот сектор у нас слабенький, ну, те, кто пришел на этот вебинар, у вас он уже более-менее, скажем так, работающий, потому что раз вы пришли на вебинар, значит, у вас уже этот сектор жизни включен. Вам хочется обучаться, вам хочется самосовершенствоваться. Это хорошо. Но, возможно, где-то в других сферах жизни у вас идет минусики, да, небольшие, скажем так, дырочки, через которые здоровье утекает. Культура отдыха тоже, не только культура работы, но и культура отдыха тоже важна, да, яркость жизни, правильно отдыхать, это хобби какие-то, это какие-то путешествия, какие-то умения переключиться, скажем так, восстановить свой ресурс, психику, вообще мозги переключить на другую пластинку, чтобы они не зависали на чем-то одном. Тоже, если мы плохо отдыхаем, если мы там трудоголики, допустим, да, там с утра до вечера работаем, мы будем истощаться и терять свой баланс, терять свое здоровье. Нам надо учиться правильно отдыхать, правильно восстанавливаться, техники саморегуляции изучать. Вот, кстати, я вас немножко подвожу к следующей теме. Мы сейчас сделаем одно упражнение, которое поможет вам, ну, немножко понять, насколько важно уметь простейшими, пускай даже техниками, не обязательно там на коврике ежиться, а вот просто простейшими техниками, даже вот во время работы, когда вам некогда там заниматься йогой или чем-то еще, восстановить себя, привести в порядок, если вы хотя бы немножечко там ушли в стресс. Потому что стресс-то он накапливается, да, и это накопление, оно с каждым днем уменьшает ваш ресурс. Да, вы его частично восстанавливаете на йоге, но если вы постоянно в стрессе, ну, это как бы, знаете, один шаг вперед, два шага назад. А для того, чтобы все время идти по чуть-чуть вперед, пускай это будет даже как-то вот, ну, скажем так, лесенкой подъем идти, но он все равно будет вверх больше, а не вниз. А нам надо поработать по всем секторам и, допустим, уметь себя легко восстанавливать, знать техники психоэмоциональной саморегуляции, простейшие, пускай даже техники, знать техники антистрессовой саморегуляции, какие-то трансовые техники, которые легко вводят в состояние транса, а состояние транса, альфа-состояние, альфа-ритмики мозга помогает быстрее восстанавливать ресурс, когда у нас бета-ритмика выключается, вот жесткий контроль сознания. Когда у нас бета-ритмика, мы больше вот сознанием все контролируем. Когда включается альфа-ритмика, мы больше уходим в подсознание, в сверхсознание, какие-то бессознательные механизмы саморегуляции начинают включаться, вот эти природные процессы самовосстановления. И мы начинаем восстанавливаться, просто сделав какую-то простую трансовую технику, которая занимает, там, не знаю, 3-5 минут. Вот мы сейчас сделаем как раз технику простейшую. Ну и так далее. Там есть другие секторы жизни. Даже тот же сектор здоровья, да, физические практики, там, психические практики, какие-то оздоровительные, энергетические практики, духовные практики, кстати, тоже. Яма, не яма, слышали про такое, да? То есть как бы культивация определенных добродетелей внутри себя. Это важный момент для нашего здоровья. И если мы не выстраиваем свою систему, свою методику целостного оздоровления, то тогда имеет смысл идти в школу здоровья, я уже начинаю там рекламировать то, чем занимаюсь я, идти в школу здоровья к специалистам, к профессионалам, которые это все уже прошли, знают, изучили много систем, методик, выбрали самое лучшее, самое рабочее, и вот получите на блюдечке с голубой каемочкой. То есть все уже самое такое рабочее, выжатые сливки. Вот у нас есть проект «Школа здоровья ЕС», я вам сейчас в чат напишу ссылочку, если будет интересно, вы можете пройти по этой ссылке и познакомиться с нашими программами. Ну так, на будущее, просто чтобы вы понимали, что такое школа здоровья, да? Вот эта ссылочка, посмотрите, пожалуйста. И здесь тоже я вам сейчас скопирую. yogadao.pro. Наша школа называется YogaDao. YogaDao Evolutional School, эволюционная школа YogaDao, или кратко школа ЕС. Более современное название – школа ЕС. Также у нас есть ассоциация тренеров оздоровительных практик, ассоциация yogadao.pro. Вот. И вы можете, опять же, познакомиться с программами, которые мы совместно с другими тренерами проводим.
Ну, вот на этом сайте, пожалуйста, можете познакомиться. Сейчас я кидаю ссылочку в Viber-чат. Скажіть, що, Влад, будь ласка, дивіться, ви казали, що, от, наприклад, ні хатха-йога, одна тільки хатха-йога цілісно не працює, ні просто здорове харчування не принесе щастя, ні якщо людина медитує, то теж це не обов'язково означає, що прийде духовна, то прийде до неї гармонія. І ви кажете, що духовна практика не дає повного ресурсу. А що тоді дає? Що тоді людині робити? Цілісний підхід. Смотрите, чуть-чуть заниматься духовными практиками, заниматься телесными практиками, питание приводить в порядок и так далее. Раз уж дело дошло до этого, ребята, я вам сейчас скину одну ссылочку на наш марафон, который начнется. Мы уже 7 декабря с вами встречаемся во Львове на йога-марафоне Carpathian Yoga Fest, который будет проходить во Львове. Я проведу там мастер-класс стоп-стресс-техники, да, методы быстрой саморегуляции, быстрой психофизической саморегуляции. Всех приглашаю туда. Мы уже там познакомимся с простейшими упражнениями, которые, ну, вам помогут хотя бы вот в частности научиться сбрасывать стресс и таким образом уже начинать поддерживать здоровье, восстанавливать и психическое здоровье, и физическое здоровье. Скоро-скоро мы попробуем одну практику с вами. Значит, 7 декабря всех приглашаю во Львов. Ребята скинут скоро ссылку, вы сможете пройти и зарегистрироваться. Точно так же 2 декабря, 5 декабря и 9 декабря я провожу онлайн-вебинары, бесплатные онлайн-вебинары на тему целостного оздоровления человека. Я вам кидаю ссылочку в чат. Программа называется «Матрица здоровья». Вот вторая ссылочка. И кидаю в Viber-чат. Значит, вкратце, из чего состоит эта программа? Сейчас, одну секундочку, я сразу в Viber кину, чтобы продублировать для ребят, которые в Viber. Значит, из чего состоит эта программа? Она состоит из 10 шагов, 10 тем, очень важных тем, скажем так, важных сфер жизни, сфер здоровья, в которых вам надо себя как бы прокачать. Сформировать у себя определенную культуру. Так, кинул ссылку на марафон. Значит, смотрите, занятия будут бесплатные на марафоне, поэтому всех приглашаю. Вы можете зарегистрироваться, вот, перейдя по этой ссылке. Если, ну, хорошо. Из 10 важных тем. Матрица здоровья – это большая комплексная программа целостного оздоровления человека. Это как бы введение в школу здоровья ЕС. Скажем так, школьный тренинг, параллельный, скажем так, подготовительный. Самых простых базовых техник, самых простых базовых практик и упражнений в различных сферах жизни и сферах здоровья. Ну, давайте разберем так. Культура питания влияет на наше здоровье? Влияет. Вот вам, пожалуйста, первая тема. Мы будем говорить об этом уже буквально в январе. То есть это будет второй шаг нашего марафона. Культура дыхания влияет на наше здоровье. Если человек, у него закрепощенные легкие, зажатая спина или зажата грудь, неважно, зажата грудь или зажата спина, уже человек не может нормально дышать. Он все время напряженный. Будет ли он здоров? Не будет. То есть он будет терять ресурс. То есть культура дыхания, и не только дыхание легкими, а дыхание всем организмом, ну, объемное дыхание, скажем так, структурное, клеточное дыхание, очень сильно влияет на наше здоровье. Это отдельные какие-то простейшие упражнения, которые вам надо научиться делать, научиться просто довести до некие навыки сформировать, определенной культуры дыхания внутри себя. Когда вы это доведете до подкорки, до мозга костей, простейшими упражнениями, буквально там за месяц, за два, за три, ну, как полезную привычку введете, сформируете определенные полезные привычки у себя, оно уже будет работать у вас на подсознании. И благодаря тому, что оно работает на подсознании, Ириша, привет, подключилась тоже к нам в чате, благодаря тому, что оно будет работать у вас на подсознании, оно уже будет поддерживать ваше здоровье, поддерживать ваш ресурс и ваше самочувствие. Следующая культура – культура движения. Согласитесь,
влияет на здоровье прямым образом. Если мы неправильно движемся, у нас неправильная осанка, неправильное движение, неважно, даже если мы йогой занимаемся, но делаем все неправильно, могут быть даже травмы. Очень многие йоги травмируются и потом очень долго лечатся. Я таких знаю, ну, толпы таких людей, которые просто от йоги не плюс, а минус получают. Хотя йога, по идее, должна как бы лечить. Просто неправильно это делают. Поэтому культура движения должна быть определенная. И есть простейшие упражнения, даже не йогические, какие-то кинезиологические упражнения, простейшие упражнения, формирующие правильную биомеханику. Вот, допустим, на четвертом шаге матрицы здоровья мы тоже будем говорить об этом. Опять же, вы сможете бесплатно в нем принять участие, если захотите. То есть вы формируете определенными упражнениями, простейшими, пускай возьмете 2, 3, 4 упражнения. И постепенно их делаете в течение месяца. Вы формируете привычку. Потом там следующие месяцы вы их делаете немножко реже, но продолжаете нарабатывать эту привычку. Когда она уже наработана, вы потом эти, ну скажем так, навыки, которые вы наработали в этих упражнениях, вы переносите на любую практику. Начиная от любой там деятельности, заниматься там баскетболом, плаванием или йогой, допустим, да, там, или цигун, и заканчивая просто своей жизнедеятельностью, вашей походкой в магазин, как вы сидите, стоите, там, наклоняетесь и так далее. То есть культура движения. Вы будете себя чувствовать здоровым человеком уже, а не каким-то таким кривобоким и асимметричным, напряженным. Уже будет больше здоровья. Следующая культура. Культура общения. Мы уже с вами говорили. Согласитесь, очень сильно влияет на здоровье. И есть простые упражнения, с помощью которых можно эту культуру сформировать. Вот вы берете, начинаете его прокачивать. Вот именно этот сектор жизни, эту сферу своего здоровья. Вы прокачиваете культуру общения свою. Следующая культура – культура мышления. Слышали, да, есть конструктивное мышление, а есть деструктивное мышление. Ну, скажем так, не совсем конструктивное. Согласитесь, если у нас деструктивное мышление, вряд ли у нас будет много энергии, мы будем все время на каких-то зависать, истощающих нас мыслях и ментальных установках. Или наоборот, если у нас конструктивное мышление, позитивное мышление и так далее, то мы будем чувствовать себя очень хорошо, заряженно, я бы сказал так, и гармонично. Соответственно, прокачая в себе эту культуру, прокачав в себе эти навыки, вот именно в этой сфере жизни, именно в этой сфере здоровья, психическое здоровье в себе сформировав, вы начнете гораздо себя лучше чувствовать, а не только там ногу за голову закидывать и асаны на коврике делать. Понимаете? Чисто физического здоровья, ну, недостаточно бывает, чтобы быть реально здоровым и счастливым человеком. Еще и здоровье эмоциональное, еще и здоровье психическое, еще и здоровье духовное. И все эти сферы надо соединить. Тогда вы станете целостно развитым и целостно здоровым человеком. Ну, открытым, здоровым, наполненным творческим человеком. Ресурсным. Эффективно проживающим свою жизнь. Следующая культура – культура постановки целей. Если человек живет бесцельно, скажем так, и у него непонятно, куда он идет, непонятно, зачем он живет, ну, как такой лист на ветру, у него и ресурс все время рассеивается, энергии как бы застой, в застое у него, творчество слабенькое, и, соответственно, мало здоровья, мало ресурса. Когда же он правильно, четко ставит, умеет цели, умеет, как бы, ну, есть определенная культура, он понимает, как цели надо ставить, чтобы они реально работали, чтобы ваше подсознание с вашим сознанием работало, как вот два партнера, как вот они вместе работали, да, они противоречили друг другу. Вы правильно ставите цели, экологичные цели, рабочие цели, осязаемые цели, реальные цели и так далее. И они начинают работать. Ваше подсознание настраивается, ваша энергия активизируется в этом направлении, вы начинаете жить, через вас идет движение энергии, движение жизни, вы оздоравливаетесь просто от того, что вам некогда болеть. Вот и все. Что у вас правильное целеполагание. Есть культура постановки целей, культура целеполагания. Это тоже культура, это целая сфера, целый сектор жизни. И зачастую у людей он, ну, вообще не прокачан. Не у всех, но у многих. У многих йогов он, скажем так, не прокачанный вообще. Многие йоги идут в йогу просто потому, что им лень чем-то заниматься, и они просто как бы, ну, знаете, вот идут просто в йогу, чтобы покайфовать. Но есть ребята, конечно, действительно толковые, которые развиваются целостно. И среди йогов в том числе.
примерно 25% по статистике йогов, которые более-менее ну, здоровые личности психические, у них целостный подход. 75% – это статистика, ребята. То есть это ну, как бы не я придумал, это статистика. Есть психологи, исследующие разные группы людей, в том числе исследовали йогов. Так вот, 75% йогов, и не только йогов, а всяких там эзотериков, всяких там людей, которые занимаются оздоровительными практиками, это слегка такие, ну, если еще не шизофреники, то уже люди, скажем так, с какими-то скрытыми такими психопатологиями. Мы все с вами слегка немножечко такие шизанутые, скажем так, да? Вот. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И называется, есть такое понятие, акцентуация личности. Так вот, акцентуация личности, уже такая психопатология, очень часто проявлена, как вы думаете, у кого? У военных и у йогов, ну, у тех, кто занимается оздоровительными практиками. Вот. Это самые напряженные люди, самые напряженные внутри психические люди. Все время чем-то недовольны, все время хотят там просветления, развития какого-то еще чего-то. То есть, в общем, глубоко несчастливые люди. Вот. Но 25% из этих товарищей более-менее здоровые, более-менее нормальные, скажем так, в смысле целостного подхода к своей жизни люди. И поэтому они более счастливые, более здоровые. Поэтому задумайтесь, если у вас, допустим, какая-то из сфер не развита, возможно, вы относитесь вот к той категории 75% людей, которые как-то однобоко подходят к своей жизни. Следующая культура – культура жизненных ценностей. О, еще две культуры, смотрите. Культура работы и культура отдыха. Ну, согласитесь, это две важных культуры. Умение правильно работать. Во-первых, не истощаться на работе. Правильные перерывы на работе делать. Какие-то техники знать саморегуляции. Опять же, стоп-стресс. Техники, которые мы будем во Львове с вами 7 декабря во Львове уже разучивать. Опять же, приглашаю всех на львовский йога-марафон. Спасибо, ребята, что организовали и меня пригласили. Мы будем разучивать простейшие упражнения, которые будут занимать 5-7 минут у вас, и вы можете в течение дня их использовать, чтобы быстро себя восстанавливать. Культура работы. Умение знать какие-то техники психической настройки, очень быстрой, эффективной настройки, так называемые синхронизаторы полушарий, которые вводят вас в состояние повышенной продуктивности, высокой продуктивности вашей нервной системы. И вы тогда можете легко все как бы в потоке находиться, как бы легко все решать и делать. Соответственно, как бы, если вы знаете эти техники, вы там сделали 5 минут упражнения, все, вы в потоке, вы вошли, вы быстренько все порешали и почти не устали. А если вы сидите, тупите, там у вас уже голова кругом идет, а вы все никак работу сделать не можете, ну это же непродуктивно, и вы потом устаете, и вы уставшие, и истощенные. Культура работы – это определенные упражнения, навыки, принципы, которые надо знать. Если вы их не знаете, ну кто ж вам доктор? То есть, как бы, надо потихоньку учиться, взрослеть, структурироваться, прокачиваться, скажем так, наводить некий фэншуй. Фэншуй в этом секторе жизни. Структурироваться, да, потому что проявленный мир – это порядок, проявленный мир – это упорядоченность. Да, непроявленный мир – это хаос, это спонтанность, это там интуиция и так далее. А проявленный мир – это логика, это порядок, это упорядоченность, это структура. И ваша проявленная жизнь, если она хаотична, то обычно, ну, вряд ли мы будем здоровы. В каком-то смысле она должна быть хаотична, спонтанна, но во многих смыслах она должна быть упорядоченная, чтобы минимизировать стрессы и так далее. И тогда будет здоровье. То есть надо соединить свою проявленную и непроявленную природу, да, вот рациональную и иррациональную. Поэтому есть культура отдыха, не только культура работы, а культура отдыха, умение отдыхать, уходить в эту иррациональность, какие-то хобби, какие-то там, не знаю, навыки саморегуляции, там как бы. Вот просто даже как девочки, женщины снимают стресс. Занимаются уборкой, допустим. Пошла уборкой заняться, да, там как бы снимает психоэмоциональный стресс. Вот это интуитивно уже девушка как бы понимает, как себя расслабить. Там, просто пойти на природу погулять уже хорошо, да, то есть уже как бы. Ну, плюс есть просто упражнения, простейшие упражнения, которые помогут вам быстро восстановиться. Реально упражнения кайфушечки. То есть такая, я их называю ленивая йога. Когда вы просто там почти ничего не делали, там буквально чуть-чуть там что-то там. А можете нам одну вправу показать? Одну вправу? Ну, дивіться, я вам сейчас показываю. Вот утром, лежа в кровати, или днем, или вечером, неважно, даже можно сидя на стуле. Вы сидите, смотрите, я сейчас ложусь и показываю, что я делаю. А те, кто могут лечь, могут попробовать вместе со мной. Ваша задача будет лечь, расправить мягко ноги и попробовать
чем-то похоже, как кошка переминает пятками. Знаете, вот когда кошка вам залазит на живот и начинает вас топтать, кошечка, да, как бы вы ее там гладите, она такая начинает топтать, а потом еще когти внутри вас запускает. А вы такие, ах, ты кошечка, любовь у нее такая. Но она как бы вот именно прямо из центра тела вас проминает, у нее прямо сухожилия включаются, качественно работают пяточки, да, то есть как бы мы сейчас будем двигать пятками поочередно. Это очень полезно утром после пробуждения. Вы только проснулись, еще не вставая с кровати, просто начинаете одну пятку выталкивать, вторую пятку выталкивать. Откуда-то вот из центра живота. Из центра живота толкать пятки. Поочередно. В любом ритме, желательно не очень быстро, как бы топтаться пяточками. Поехали. Ложимся. Можно сидя, знаете, толкнуть одну ногу немножко сидя, толкнуть другую ногу сидя, вот повыталкивать ноги. Попробуйте там поднять носочки чуть-чуть, активизировать пяточки и натягивать вот подошву. Поехали, ложимся и выталкиваем пятки. Одна пяточка вытолкнулась, потом мягко вторая пятка вытянулась. Одна пяточка вытолкнулась, вторая. При этом можно еще и стопы расслаблять. Вот я вам сейчас покажу оптимальный вариант, когда есть еще фазы расслабления. Не только фаза напряжения, но и фаза расслабления. И они все время меняются. Делаем. Пятку толкнули, одна стопа расслаблена. Потом поменяли, другую пяточку толкнули, вторую ногу расслабили. И давайте минутку так поделаем. Делаем, не филоним, неважно, сидите вы, стоите или лежите. Делаем, не филоним, подключаемся к процессу. Так, чтобы у нас был интерактив. Да, прикольно. У нас трошки вже з часом треба завершувати. І ще хотіла в кінці задати питання. От у вас було, як сформувати особисту стратегію цілісного оздоровлення? Які, чи це можна сформувати? Ну, тобто, чи можете ви зараз сказати так коротко, як? Чи все-таки що робити тоді людям? Да, смотрите, значит, у нас... Но если мы берем вот это упражнение, давайте я просто уже закончу, буквально 30 секунд, и вернусь к целостному оздоровлению, к стратегии целостного оздоровления. В этом упражнении что происходит? Вы просто начинаете вытягивать мышцы, сухожилия, фасции, правой стороны тела, левой стороны тела, там аж вдоль позвоночника все начинает вытягиваться, паравертебральные мышцы выстраиваются, их баланс и тонус, аж до черепных костей и теменных костей. У вас начинает дышать череп. И вы сбрасываете стресс. То есть, во-первых, правое, левое полушарие расслабляется поочередно. Вот простейшее упражнение, не полениться взять, вот чуть-чуть просто потоптаться пятками. И все, и вы уже начинаете оздоравливаться. Теперь смотрите, что касаемо системы, ну, что касаемо, причем вашей персональной системы, потому что, согласитесь, для каждого она будет своя. Кому-то больше подходят там продукты, капха-продукты, кому-то вата-продукты, но согревающие там, или охлаждающие, питта-продукты там, согревающие. Для всех будет свое. То же самое практики. Кому-то больше динамическая, кому-то больше статическая практика должна. Ну, иначе там человек и так возбужденный, там, горячий такой человек. И так далее. У вас должна быть своя персональная методика оздоровления. Если вы, не обладая знаниями, которыми... Ну, занимаются специалисты. Вот даже если взять специалисты по антистрессовой саморегуляции для спортсмена, вот как есть целые, ну, как бы, чуть ли не доктора наук, которые занимаются этим вопросом, как разрабатывать практики восстановления для спортсменов. Да, то есть, как бы, там все основано на физиологии, на нейрофизиологии, то есть четко рабочие механизмы. Это специалисты, которые... Ну, десятилетия потратили на изучение этого материала. Два варианта. Первый вариант – идти своим путем, пытаться все, думать, что я самый умный, и как бы, ну, выстраивать свою систему и методику. Типа, я так все знаю, как бы, я, у меня связь с интуицией, и я всему научусь. Ну, молодцы, флаг вам в руки, можете пробовать. Можно пойти другим путем, обращаться к специалистам. Но понимаете, в чем проблема? Чаще всего… причем таким специалистам, которые реально дают рабочие техники. Да? Но чаще всего большинство специалистов, они на чем-то одном заточены.
Кто-то на кинезиологии, кто-то на остеопатии, кто-то на йоге, кто-то на правильном питании, диетологи, кто-то там на психологии там, отношений, кто-то заточен еще на чем-то. В общем, каждый заточен на чем-то одном. И когда вы в чем-то одном себя прокачали, вы все равно не становитесь здоровым человеком, понимаете? То есть вы как бы, да, здесь вы немножко себе здоровье поправили, а в других местах здоровье убывает. Соответственно, вам надо тогда искать какие-то системы и методики, где есть целостный подход к здоровью, где вас обучают и этому, и этому, и этому, и этому. То есть идти, к примеру, в школу здоровья. Ну, к примеру, в нашу школу здоровья. Как бы вот такая ненавязчивая реклама. Либо какие-то школы здоровья похожие, но я вам скажу, что школ здоровья не так уж много, реально толковых. Да? Еще раз. Нет, все добро. Да, то есть очень мало школ здоровья, практически нет. Школа йоги я знаю. Я знаю школы там цигун, школы боевых искусств, танцевальные школы, кинезиологические школы. Но школ здоровья реально не так уж и много. И есть некоторые школы йоги, которые более цельно подходят. Ну, они могут там, не знаю, питание добавить или там добавить, допустим, какие-то медитации, что-то еще, да, к физическим практикам. Но все равно многие иногда какие-то моменты ускользают. А есть школы здоровья. В частности, вот наша школа, которая выстраивает такую цельную методику, помогает вам самим ее выстроить, подобрать те упражнения, которые вам подходят, и наработав определенные навыки, причем очень простые навыки, очень простыми упражнениями, вы становитесь целостно здоровым, развитым человеком. Ну, вот примерно. А вот... Може, у вас якась така порада для наших слухачів, прям щоб вони з завтрашнього дня вже зробили там крок на зустріч своєму цілісному здоров'ю? Цілісному здоров'ю? Фізичному? Цілісному. Цілісному. Так. Смотрите, значить, перше, вам треба прописати сектори і відмітити сектори, в яких ви більше всього теряєте здоров'я. Тогда вы поймете, куда вам направить внимание, чтобы в этом секторе прокачать какие-то качества и навыки определенные, чтобы это здоровье... Опять же, давайте так, я сейчас все секторы не назову, иначе мы долго будем этим заниматься. Нет, давайте так коротко. Коротко, допустим, смотрите. Берем, допустим, дыхание, берем, допустим, режим дня, берем, допустим, качество пищи, культура питания. Качество пищи, пища бывает качественная, но нет культуры питания, тоже не работает. Надо, чтобы и культура питания была, и сама пища была качественная тоже. Берем физические тренировки, это влияет на наше здоровье тоже. Берем ментальные установки свои, берем жизненные ценности, это наше верование, во что мы верим, не знаю. Верим мы, допустим, в благодарность, оптимизм, эмпатию, сочувствие, там, честность, или мы в это не верим, допустим, да, то есть как бы, а больше верим в какие-то другие моменты. Берем следующее, люблю ли я свое призвание, свое дело, самоактуализировался ли я в жизни, дает ли это моя работа мне энергию. Берем, допустим, самосовершенствование, насколько я активно занимаюсь самосовершенствованием в разных секторах жизни. Берем юмор, умеем ли мы смеяться над собой, то есть эмоциональное здоровье, да, то есть как бы, или мы очень серьезно к себе относимся и к другим тоже, очень серьезно относимся к просветлению или к чему-то еще, да, то есть как бы. Берем чувство эмпатии, эмоциональное наше здоровье, насколько мы эмпатию умеем проявлять, сочувствие там к другим, к себе и так далее. То есть вы берете разные секторы, я сейчас все не перечислю. Смотрите, ребята, еще раз дублирую ссылочку с матрицы здоровья. Мы это все будем разбирать на открытых вебинарах уже со 2 декабря. Так, чтобы вас вдохновить, зарегистрироваться, тем более вебинары бесплатные, регистрируйтесь, проходите вот по этой ссылке. Я вам уже ее скидывал. Матрица здоровья. Мы все это будем разбирать. Как раз будем проходить все сферы жизни и сферы здоровья, в которых вам надо немножечко прокачаться. Вы посмотрите, какие самые слабые. И в этих самых слабых больше всего будете работать в первую очередь, потому что подтягивая самые слабые, сильные у вас и так начнут работать еще сильнее. У нас есть сильные звенья, есть слабые звенья. Сильные – то, что мы умеем, где мы уже немножко научились чему-то. А слабые – это то, куда мы вообще обычно даже не смотрим и не смотрели. И вот вы, когда найдете свои слабые звенья, вы их начнете прокачивать, вы начнете становиться более целостно, гармонично, развитым и здоровым человеком. Ну, вот так примерно.
Дякуємо дуже. Дякуємо, Влад, за прямий ефір. І чекаємо вас у Львові, чекаємо також всіх наших слухачів, глядачів у Львові вже 7 грудня. Всім дякую і гарного вечора. Дивіться, я думаю, знаєте як, всім, хто хоче вже спати, можна виключати ефір. А всім, хто хоче практику на 5 минут, ну таку, якраз от перед сном, щоб якраз от себе підготувати ко сну і реально потім заснути. Можемо спробувати, якщо хочете, 5 минут. Добре, давайте ще практика, такий бонус буде для всіх там, і наших глядачів в Фейсбуці теж. Тому, да, давайте практику. Просто дихательна практика, взагалі нічого сложного. Стоп-стрес-практика – одна з практик, яку можна приміняти в повседневній житті, щоб швидко себе встановити. Значить, вам треба лечь или сесть, неважно. Если вы ляжете, вы будете просто перекатывать голову по полу. Если вы сидите, вы просто голову поворачиваете. Вправо-влево будет поворачиваться голова. Вот и все. Есть более сложный вариант, когда вы вот так руки поднимаете и поворачиваетесь вместе с руками, вместе с туловищем. Ну, я пока не рекомендую вам его делать. Давайте вот с простого начнем. Просто повороты головы. Все, задача. На вдохе голова идет влево. На выдохе голова поворачивается в центр. Потом на вдохе голова вправо и на выдохе голова в центр. Задача найти ритм и двигаться в ритме дыхания. То есть не сколько голову поворачивать, а сколько слушать свое дыхание, и за счет этого ваша голова туда-сюда поворачивается. Поехали. Сели ровненько, немножко улыбнулись, настроились на практику. И на вдохе начинаем поворачивать голову. Как вот вдох поворачивает вашу голову. Можно паузу после вдоха небольшую сделать. И на выдохе голова возвращается в исходную позицию. Небольшая пауза. И потом опять вдох, в другую сторону пошла голова. Пауза небольшая. И на выдохе в исходную позицию. Дальше самостоятельно, потому что у всех будет каждая скорость, разная скорость дыхания. Самостоятельно дышим. И, слушая дыхание, мы поворачиваем голову, вращаем головы. Эта практика основана на простых законах нейрофизиологии. Она начинает расслаблять ваше сознание, расслаблять ваше тело. Возможно, вам захочется глубже дышать, возможно, вам захочется медленнее двигаться. Это нормально. Главное, чтобы было комфортно. Кому-то будет комфортно быстро, кому-то будет комфортно медленно. Первая фаза – это врабатывание в ритм. То есть вот найти этот ритм, почувствовать, когда голова именно поворачивается вследствие дыхания. На вдохе в сторону, на выдохе в центр. Обычно там 30-60 секунд, 2 минуты 3 на это уходит. Чтобы почувствовать ритм определенный, свой ритм. Ощущение ритма будет сопровождаться каким-то таким приятным чувством кайфа, приятным чувством какого-то расслабления и желания продолжать эту практику. То есть, когда вы реально войдете в ритм, у вас возникнет ощущение, что «О, хочется продолжать, не хочется останавливаться». То есть, вы так приятненько дышите и приятно поворачиваете голову, вращаете головой. Никуда не спешим. Неважно, это быстро-медленно, но некая такая внутренняя замедленность, чуть-чуть такая внутренняя замедленность должна присутствовать. Ну как, в натяжечку делаем. Это и будет ощущением ритма. Вы как вот входите в некую такую натяжечку, когда тело и нервная система как бы сцепляются в один процесс такой динамический. И ваше дыхание склеивается в одно целое. И уже вот как бы ваша психика начинает соединяться с этим процессом.
Вот вы вошли в ритм. Теперь задача буквально еще минутки 2-3, ну, до ощущения вот достаточности. Иногда на это на 3 минуты, 5 минут, 10, там, просто дышим с поворотами головы в приятном ритме. Ну, допустим, 3 минуты. Можно немножко улыбнуться, так чтобы получить удовольствие от этого процесса. Скажем так, порадоваться тому, что мы делаем. Тому, что происходит. Порадоваться своему дыханию. Порадоваться вот этому движению, как голова поворачивается, голова возвращается. Как у вас меняется натяжение в спине, меняется натяжение в крестце, в копчике. Ну, это я для продвинутых уже, да? А если вы этого не чувствуете, не заморачивайтесь. Просто порадоваться движению головы. Возможно, начнут расслабляться плечи, возможно, еще что-то начнет расслабляться. И самое главное, начнет расслабляться голова, расслабляться нервная система. Как будто вы себя убаюкиваете, как будто вы себя вводите в транс. А реально вы себя начинаете вводить в транс. Такой приятный, легкий транс, ненавязчивый. И вот вы уже, можно сказать, вработались в ритм, чуть-чуть немножко в этом ритме поработали, вошли в трансик. Будем считать, что мы немножко в него вошли. Возможно, вы почувствуете такое приятное замедление мыслей, замедление сознания, успокоение сознания, скажем так, погружение в здесь и сейчас. И третья фаза – это начинаем уменьшать дыхание, уменьшать повороты. То все это, ну, делаем это плавненько, не резко, а вот постепенно мы будем как бы меньше делать вдох и меньше поворачивать голову. И на выдохе как бы плавненько расслабляемся, возвращаемся в исходную позицию. Потом в другую сторону, еще чуть меньше. И так постепенно, постепенно, как успокаивающийся маятник. Такой. Вы начнете успокаиваться, входить в состояние абсолютной центрированности, абсолютного спокойствия и равновесия. Все меньше и меньше дышим, все меньше и меньше вращаем головой. То есть постепенно, постепенно успокаиваемся. Очень плавно выходим из практики. Вот уже почти незаметные вдохи, почти незаметные повороты головы. И в какой-то момент вы остановились в состоянии тишины, неподвижности, баланса, равновесия, гармонии, спокойствия, умиротворения и так далее. Вот. То есть вы стали более гармоничными, чем были до этого. Кто стал более гармоничным, поставьте, пожалуйста, три плюса, три жирных плюса. Можно даже больше, не стесняйтесь. Жду от вас обратную связь. Отлично. Ну, молодцы. Очень рад за вас, вот всех, кто был на нашем вебинаре, всех, кто смотрели нас в Фейсбуке, всех, кто в Вайбере были с нами в чате, всех, кто будет смотреть в записи этот вебинар. Приходите на йога-марафон Львовский 7 декабря. Будет очень интересно. Кроме меня будут другие мастера. Вот. Регистрируйтесь на наши программы на страничке yogadao.pro и увидимся на занятиях. Все. Дякую. Всем хорошего вечера. Всем пока.